Всем привет, ребят, с вами Gapzor.com. Сегодня поделимся опытом эксплуатации беспроводных наушников Razer Hammerhead True Wireless. Наушники с защитой по стандарту IPX4, с сенсорным управлением, и это полностью наушники лишены проводов. Продажи стартовали, на официальном сайте доступны также в ключевых российских магазинах. Комплект включает зарядный чехол, пару наушников, зарядный кабель, силиконовые накладки, инструкцию и гарантийный талон. Сохранена преемственность серии. Выполнен корпус наушников из черного матового пластика. По конструкции напоминает Apple AirPods. Форма чашки повторяет ушной канал. Для удобной посадки в комплекте предусмотрены силиконовые накладки. Они предотвращают выскальзывание, особенно при ношении в дождливую погоду или при занятиях активным спортом. На внешней стороне каждого из наушников зона с логотипом производителя. В Razer Hammerhead True Wireless совмещена с сенсорной кнопкой. С помощью них пользователь сможет вызвать голосовой помощник, переключать треки, ставить воспроизведение на паузу и возобновлять его, а также отвечать на входящий вызов. На внутренней стороне ножки расположена группа контактов. Через них осуществляется зарядка при размещении в боксе. Корпус защищен по стандарту IPX4. Под дождь и вода не приведут к выходу из строя. Отлично. Важным компонентом является комплектный зарядный бокс. Он выполнен в компактном корпусе из пластика. Откидная крышка скрывает два посадочных места под наушники, фиксируются магнитными. У крышки есть проблема, это небольшой люфт, но при тряске самопроизвольно не открывается, риск потери при транспортировке не исключен. Предусмотрена возможность подсоединить ремешок. Ушко под него находится на боковой грани. Зарядка проводится через актуальный разъем USB Type-C. Для смартфонов доступна утилита для тонкой настройки. При подключении проводится проверка актуальности версии прошивки. Выводится информация по заряду аккумулятора каждого из наушников. Наглядная инструкция по управлению на русском языке. Здесь можно будет освоить управление с помощью сенсорного и подсказок. Выбирается тип воспроизведения по умолчанию, вывод с усилением басов или высоких частот. Общие параметры работы. Для подключения Razer Hammerhead True Wireless используется актуальный протокол Bluetooth 5.0, но нет поддержки кодека aptX, а также aptX HD. Активация сопряжения проходит сразу после открытия крышки. Также поиск устройства можно включить и вручную. Определяются наушники как одно устройство. В последующем используются в паре или по одному. Второй вариант позволит получить максимальную автономность. В ушах сидят удобнее после установки силиконовых насадок. По факту получаем только один размер. Мы за время тестов давали носить их разным людям. Какого-либо дискомфорта отмечено не было. Насадки также улучшают уровень звукоизоляции. При движении головой в сторону не выпадает. Проблем не заметили и во время катания на горнолыжном склоне. В отличие от накладных наушников, полностью отсутствует запотевание. В них можно слушать музыку в течение длительного времени. Есть большой запас по уровню максимальной громкости. По автономности время ожидаемо меньше, чем у традиционного формата. В среднем они дают примерно 4 часа на одной зарядке. Продлить время можно будет установкой в комплектный чехол. Суммарно получаем 12-13 часов прослушивания музыки. Время в режиме ожидания больше. Контролировать заряд можно с помощью светодиодного индикатора. Как я говорил в начале, есть три варианта звуковой сцены. Вариант по умолчанию пресный и невыразительный. Нам понравилось усиление басов, динамичный яркий звук. Звучание чистое, большой запас по громкости. С удовольствием обсудим с вами Razer Hammerhead True Wireless. Всем спасибо за внимание и пока-пока.